И мальские врачи хотели бы расширить список заболеваний, с которыми они направляют пациентов на лечение в Тюмени. Об этом заявили сегодня северные гости на окружном совещании в областном центре. У имальцев есть потребности и в квалифицированных кадрах. Этих специалистов сегодня готовят в медакадемии, которая, кстати, стала университетом. Любовь Губина о сотрудничестве между севером и югом региона. Впервые выездной день главного врача ямальцы проводят в главной кузнице медкадров региона. Повод важный. На днях приказа Минздрава академия переименована в университет. Сейчас в ВУЗе только по целевому направлению обучается около 200 ямальских студентов. 35 из них уже в этом году вернутся работать домой. Ямалу нужны все специалисты. Прежде всего, конечно же, участковые терапевты, участковые педиатры. Нужны обязательно и кардиологи. И практически все специальности необходимы на Ямале. Кадровый дефицит поможет устранить еще один совместный проект севера и юга – профориентация школьников. Недавно на экскурсию в Тюмень из Нового Уренгоя приезжали выпускники. Понравилось настолько, что даже те, кто был далек от медицины, решили выбрать профессию врача. И хотя медицина на Ямале активно развивается, помощь тюменских врачей северянам крайне нужна. В медицинском городке Тюмени есть такие методы исследования, как ПЭТ-КТ, как радиологический корпус с различными видами лечения, которых нет на Ямале, и поэтому мы будем направлять своих пациентов сюда. Онкология, неврология и сердечные болезни – это самые распространенные недуги, с которыми северные пациенты едут в Тюмень. Именно по этим направлениям тюменские врачи достигли небывалых высот. Это и передовая диагностика, и высокотехнологичные методы лечения. В 2014 году медицинскую помощь получили 3170 жителей Ханты-Мансийского автономного округа и 4090 жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Если сравнить с прошлыми годами, то это достаточно стабильная цифра, сложившаяся. Программа сотрудничества оказалась очень востребованной, поэтому ее продлили до 2020 года. А значит, еще тысячи северян смогут вылечиться от смертельных болезней благодаря тюменским врачам. Любовь Губина, Александр Изосимов, Тюменское время.